Здорово, на связи Рублёв. Сегодня в втором выпуске Game Hub я расскажу пару интересных новостей из мира игр, железа и IT. Давайте начинать. Не забывайте про лайк и подписку на мой канал, так вы сможете поддержать выход дальнейших новостей и меня лично. Я же буду начинать. Valve провела массовую блокировку аккаунтов Steam, нацеленную на читеров в Dota 2, включая пользователей стороннего инструмента Overplus. Создатели Overplus угрожают возмездием, называя действия Valve кошмаром, геноцидом и демонстрацией силы. Overplus, созданный российскими разработчиками, предоставляет различные функции, такие как сбор статистики лобби во время составления команд для стратегического противостояния лучшим героям противника. Разработчики Overplus выразили свое недовольство, заявив, что решение Valve показалось им демонстрацией силы и геноцидом, поскольку значительная часть их пользователей была заблокирована просто за использование их программ. По словам создателей, Overplus стал настолько популярным за почти 5 лет разработки, что Valve не могла его игнорировать, что привело к блокировке пользователей. В ответ разработчики намекнули на принятие мер против самой игры, включая сделку платных скинов видимыми для всех и скрытие игроков от механизмов обнаружения Valve. Разработчики заявили, что могли реализовать эти функции раньше, но выбрали соблюдение правил Valve, только чтобы почувствовать себя преданными их действиям. Они предупредили о возможных последствиях, таких как снижение онлайн игроков в Dota 2 и сохранение читеров. Overplus — это утилита на основе подписки, предлагающая функции, такие как замена скинов и анализ составления команд. Создатели заявили о ее законности и отрицали какие-либо предыдущие последствия от Valve. Точное количество игроков, затронутых недавней волной блокировок Valve, остается неизвестно, но сообщается о более чем 50 профессиональных игроках киберспорта. Хотя есть неподтвержденные сообщения о блокировках пользователей утилиты Overwolf, массовые подтверждения отсутствуют. Сообщения о блокировках циркулируют в ВК, Steam и Reddit, привлекая внимание сообщества Dota. Следующая довольно интересная новость. Блогер под псевдонимом Nate the Hate признал свою ошибку относительно ранее распространенной информации о выходе Starfield на PlayStation 5. Он заявил, что после перепроверки информации оказалось, что она неверна, и отказался от своего предыдущего утверждения. Он также подтвердил точность своего январского сообщения о том, что Microsoft будет выпускать свои игры на других платформах. После этого разъяснения, полученного от Nate the Hate, стало понятно, что информация о возможном выходе Starfield на PlayStation 5, ранее опубликованная источниками издания Xbox Era, не соответствует действительности. Авторитетное издание The Verge также не сообщала о релизе Starfield на PlayStation 5. Microsoft, согласно предварительной информации, планирует рассказать о своих планах для будущего Xbox на специальном мероприятии, запланированном на неделю с 12 по 18 февраля. То есть уже на следующей неделе мы узнаем политику Xbox и Microsoft касаемо игр и их взгляд на будущее этой консоли. Следующая новость. Согласно отчету Take-Two, продажи PlayStation 5 превышают продажи Xbox Series X и S примерно в 2 раза. Учитывая, что по состоянию на конец 2023 года было продано более 77 миллионов консолей текущего поколения. Данные компании Sony указывают на более чем 50 миллионов проданных PlayStation 5. При условии правильности информации Take-Two продажи Xbox Series X и S составляют примерно 26-27 миллионов единиц. Это означает, что PlayStation 5 опережает консоли Microsoft по продажам примерно в 2 раза. Microsoft не подтвердила эту информацию в своих финансовых отчетах или других каналах после раскрытия данных о продажах Xbox Series X и S на уровне более 21 миллиона единиц к июню 2023 года. В ближайшее время Microsoft планирует представить свои планы для будущего Xbox на специальном мероприятии. Кроме того, отчет Take-Two также сообщает о достижении игры GTA 5 195 миллионов проданных копий и Red Dead Redemption 2 61 миллион копий. Отгрузки, если быть точнее. Следующая интересная новость связана с Джокером из Флориды. Блогер, известный как Джокер из Флориды, сократил свои требования к Rockstar Games и Take-Two относительно их использования его образа в трейлере GTA 6. Теперь он просит всего лишь 50-100 тысяч долларов за свое использование своей персоны и возможность озвучить персонажа в игре, а также участвовать в ее продвижении. Он утверждает, что стал причиной заинтересованности людей в GTA 6 и выражает разочарование в отсутствии ответа со стороны разработчиков. Компания Rockstar Games и Take-Two пока не прокомментировала заявление блогера. Следующая новость. Игра Foam Stars получила смешанные оценки от обозревателей на Metacritic. Собрав 59 баллов из 100, она представляет оригинальные идеи геймплея и интересных персонажей, быстро становится скучной из-за недостатка геймплея и контента, и монотонных миссий. Некоторые журналисты также высказывают недовольство по поводу неудобной и иногда раздражающей стрельбы. Критики также резко критикуют монетизацию в игре, отмечая наличие платных элементов, таких как боевой пропуск, платные облики и другие цифровые товары, что, по их мнению, неприемлемо для игры в 2024 году. Foam Stars была выпущена 6 февраля на PlayStation 4 и PlayStation 5 и вошла в каталог PlayStation Plus сразу же после релиза. Следующая новость. Студия Larian Studios анонсировала выпуск крупного 6-го патча для Baldur's Gate 3, запланированного на неделю с 12 по 18 февраля. Одним из основных улучшений будет корректное соприкосновение губ персонажа во время поцелуев. Помимо этого, обновление включает дополнительные анимации, новые действия на исправление багов. Подробный список изменений будет доступен на сайте студии после релиза. 5-й патч Baldur's Gate 3 выпущенный в ноябре 2023 года, добавил играбельный эпилог, режим «Доблесть» и улучшение в инвентаре и производительности. Следующая довольно интересная новость связана с Dead Cells.
Студия Evil Empire объявила, что большой контентный патч для End is Near станет последним для игры Dead Cells, после чего они переключатся на разработку собственных проектов. После почти 5 лет работы над Dead Cells, включая игры и 4 DLC, 18 обновлений и мобильную версию, они гордятся проделанной работой и готовятся к новым проектам. В то же время студия Motion Twin, создатель оригинальной игры, поблагодарила Evil Empire за многолетнюю поддержку и представила свою следующую игру Roguelite Windblown. Дата выхода последнего обновления для Dead Cells пока неизвестна. Следующая новость. Авторы Subnautica 2 утверждают, что игра будет сервисным проектом без упора на мультиплеер, сезонные пропуски или подписки. Они обещают регулярное обновление в течение многих лет, аналогично первым двум играм. В игре будет кооперативный режим до 4 игроков, но он не обязателен, и игроки смогут наслаждаться прохождением в одиночном режиме. Разработчики также заявили, что не планируют выпускать игру в раннем доступе, но намерены делиться подробностями об игре до конца года. На сегодня вот такие вот новости, друзья. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Рад был с вами пообщаться с помощью моего видео. Надеюсь, вы узнали много нового. Прожмите лайк еще раз, если вам это понравилось. Еще раз напоминаю. Так я пойму, что мне нужно продолжать, и я все делаю правильно. Всем добра и всем пока.